Так, мы делаем холодец, а именно мы варим. Варить будем часов 5, не меньше 5 часов. Через час после того, как закипело, добавляем перец душистый черный. Затем еще через час морковку с луком. И в конце, минут за 10 до конца, мы добавим соль. И посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот у нас. Значит, тут две свиных рульки. Говяжья рулька и три свиных копытца. Воду мы налили, и больше мы воду добавлять не будем. Итак, через час после того, как мясо закипело и поварилось, добавляем перец. Так, следующий этап в варке холодца. Мы добавляем лук и морковку. Прошло еще 1,5 часа после того, как мы закинули перец. То есть перец мы закинули через час после того, как закипело. И через 1,5 мы добавляем лук. Вот прям вот так, в таком виде. Лук. И морковку. Мясо разваривается. Ну, как бы этого еще недостаточно. За минут за 10 до конца кипения посолили, кинули лаврушку. Сейчас заставим мясо, чтобы отделить его от костей. Как разобрать? Чтобы разобрать. Горячее все. Потом мы бульон процедим, да? Угу. Говяжье? Давай живи, а то сейчас отвалится. Итак, у нас тут две свиные рульки, одна говяжья, да? Рулька или лытка, как ее называют. Лытка. И три свиных копытца. Свиные копытца нужны. В них очень много желатина. Или как это называется. Вещества, которые потом все это дело свяжет. Практически. Мясо от костей должно отваливаться. Лук, морковку. Это мы все дело выбросим. Сюда мы добавили чеснока. 5 зубков где-то больших, да? 5-6. Ну, по вкусу. И сейчас готовим мясо таким образом. Нужно его разобрать. Все. Все. Вот что у нас получилось. Мяско. Это бульон.
И сейчас мы будем раскладывать по формам. По таким, по таким. Холодец, вот такой он твердый, желатин мы не добавляли, твердый он, потому что варили мы его 5,5 часов, и варили мы лытки, копытца свиные, поэтому он у нас получился вот такой, и в конце мы не добавляли воды. Если добавить воды, он будет жидкий, жижа, и будет таять. Ну вот, все.